Чего? А что делаем-то? Я лично лежу. Ну мы типа проснулись и выходим. Вы же выходите обычно. Да ладно, мам. Да. Привет, дорогие друзья! С вами снова Догмамани, мои собаки Софи и где-то Эйвен. И сегодня будет видео о том, как проходит наш день. Смотрите это видео до конца, потому что в конце я покажу, как портреты Софи и Эйвена из влога стали частью меня. Мне уже больно. Не реклама. А еще сегодня в видео я покажу, как мы зарегистрировались на очень известном портале. Он как раз не нуждается уже ни в какой рекламе, потому что все его знают. Аня, у тебя или у Софии Эйвена есть профиль на Animal.ru? Хочу посмотреть. Да ладно, ну Аня. Короче, стыдный. Поехали показывать день. Наш день. Ой, привет, вы уже с нами? Ну, в общем, мы просыпаемся все вместе в 6, 7, 8, 9, 10 или 11. Зависит от дня. Ну вот, мы выползли из уютного одеялка, и я иду чистить зубы. Чистить зубы? Зубы. А, это не про нас. Ага. А когда будем кушать? А кушать когда? Эйвен, перестань за мной повторять. Я не повторяю. Ладно, я пошла тоже умываться. Я с тобой. Я умываюсь и чищу зубы. А дети в это время? Я почти что принимаю душ. Фу, Эйвен, так надо скорее умыться. Умыться до завтрака. Всем надо умываться до завтрака. Я уже умылся. Ой, кажется, мама зовет. Я переоденусь, и мы пойдем в магазин. Стоп, зачем я вам это показываю? Эйвен, Софи, идемте гулять. Гуляем мы по-разному, в разное время, иногда бывает 3 раза, иногда на рулетках, иногда на поводках. Сегодня мы пойдем гулять на рулетках. Первым делом мы писаем, кто там пробирается в траве, делает эти дела. Ой. Мы гуляем несколько раз в день, можем гулять 2 раза в день, можем гулять 3, еще выходить заниматься. А сейчас мы идем в магазин. Доброе утро, взбодрись и улыбнись. Дорога. Дорога, Софи. Я вижу, Эйвен. Пойдем. Идем, Софи. Эйвен, блин. Нет, у нас рядом с домом есть крупные магазины, но в них собак не пускают, поэтому идем в наш маленький соседский магазинчик. Заходите. Жди, Софи, мама покупает кефир. Эйвен, перестань на камеру играть в умного и меня указывать. А что? Мама купила кефиру. И мы идем обратно. А кто откроет дверь, мам? Кто откроет дверь, у мамы руки заняты. Я не могу. Я тоже. Выходите. Дорога. Эйвен, дорога, понял? Ну, Софи. Идем. Иди гуляй. Чем это тут пахнет? Эйвен, я нашла какой-то странный запах. Я тоже, Софи. А ты где нашел? У нас нет определенного графика питания и выгула, чтобы собаки не просились. Когда я не могу, например. И также, чтобы у них не выделялся желудочный сок в определенное время, не разъедал желудок, они не знают, когда они покушают и когда с ними пойдут гулять. Мам, ну дай палочку, мам, ну дай, ну дай, ну мам, ну дай палочку, ну дай, ну кидай, ну кинь уже, мам, ну кинь, ну давай. Какой красивый. Обхаживает кавалер на старости лет. Мелкий. Кто мелкий? Мам, что, идем домой, да? Какая большая собака. Эй, привет, большой. Эй, большой, привет. Здрасте. София и Эйвен знают, что заходить в дверь до меня нельзя. Я открываю дверь. Заходим. Заходите. Обязательно пьем после прогулочки. У нас всегда стоит миска с водой. Эйвен, давай, уже хватит, да? Я уже попью. Софи, ты какая иногда, а? Я тебе поражаюсь. Ой, что-то в ухо мне попало. Ой, это Эйвен, ты накаркал. Чего? У меня тут запеченная овсянка со всякими семечками и орешками. Завтракайте полезно. А Эйвен и Софи в это время? Давай сюда, Эйвен. Нет, давай. Нет. Отдай. Нет, это моя игрушка. Правда, она общая. Эйвен, отдай. Не отдам, Софи. Хорошо, а тогда давай играть. Во что, Софи? Кто берет больше раз? Давай. 1-0. Ой, да ну тебя. Смотри, какая у меня игрушка есть классная. Я больше не играю. Ну давай один разок еще. Я. Нет, я. Я. 2-0. 3-0. Сейчас спрячу в домик, Эйвен, смотри. Давай, играй. Я тебе сейчас 5 раз подряд выиграю. Нет, не выиграешь. Нет, отдай. Выиграю. Не отдам. Отдашь. Нет, выиграю. Отдашь. Нет. 1-0. Нет, это не считалось, ты меня уболтал. Эйвен, дай мой. Ай, молодец. Затем я иду на кухню и кормлю детей. Эйвен, Софи, идите кушать. Софи, перестань чавкать, ты же девочка. Ну и что? Я же девочка-собака, не девочка-человек. Ой, кто бы говорил, Эйвен? Культурный тут, интеллигент. Мам, Эйвен меня обижает.
Пока Эйвен и Софи спят, играют или занимаются своими делами, я проверяю наши аккаунты и группы ВКонтакте, в Одноклассниках, в Инстаграме, на Ютубе. Читаю ваши комментарии и по возможности стараюсь отвечать. А еще недавно мы зарегистрировались на известном сайте для владельцев питомцев Animal.ru. Вот мой профиль, Аня Илрики, Догмаманя, снимаем видео. Вот такая у меня картинка. Здесь я добавила своих питомцев. Вот страница Эйвена, собака, чихуахуа, мальчик 5 лет 3 месяца. А вот страница Софи, собака, чихуа, девочка 4 года 8 месяцев. Мы зарегистрировались недавно, и у меня в друзьях пока только сам сайт Animal.ru. Поэтому приходите на мой аккаунт по ссылке, я ее оставлю в описании к видео, мы добавим друзья всех и будем общаться. После того, как я проверила все наши аккаунты, я либо занимаюсь делами по своей работе и по дому, либо мы снимаем видео. Так, сейчас будем снимать видео, Софи. Снимать видео! Снимать видео, снимать видео! А можно я буду зайцем снимать видео? Кстати, Софи! Или мы выбираем имя для нашей новой игрушки! Мы спрашивали вас в комментариях, кто это такой и какое дать ему имя. Голос Софи! И как меня будут звать? Да. Если хочешь узнать, какое мы выбрали имя из тысяч предложенных имен, после того, как закончишь смотреть наш день, иди в описание, а там есть ссылка на видео. Выбираем имя зайцу, смотри его и пиши свое мнение в комментариях. Конечно же, в течение дня я занимаюсь своими делами и своей работой. Пора отдохнуть, что-то спать охота, а соседи стучат, а в домике не слышь, не слышно. А Эйвен спит. Засыпаю, засыпаю. Заяц рядом, рядом заяц. Ее никто не... не украдет. Нет, не украдет. Никто его. Точно? Точно. Не украдет? Нет, можно спать спокойно. Я уточка для ванной. Мам, ты че? Я сплю. Для ванной. Да, мам, понятно все. Уточка. Какая прикольная уточка. Мама, видимо, переработала Эйвен. Ага. Играет с уточкой для ванной. Ага. Уточка. Ага. Я принесла нам уточку, Эйвен, смотри какая. Почему она не пищит? Уточка для ванной, давай пищи. Эй, утка, пищи давай. Сейчас вот так я нажму на нее. Нет, не пищит, я ее перекушу. Нет, эй, давай, пищи, пищи, давай. Давай, сейчас я тебя заставлю пищать. Не пищит, не пищит, дурная какая-то уточка. Почему ты не пищишь? Утка, утка, пищи давай. Сейчас я тебя тогда сгрызу, если ты не запищишь. А иногда мы выходим позаниматься или что-нибудь снять, и нас встречают во дворе наши поклонники. Как зовут мальчика? Ой, отстань от меня, Яша. Угу. Ну что, что, ладно, давай я тоже тебя понюхаю. Хорошенький. Я все, понюхала, зовут, пока. Да? Все замечательно, ребят, только ревут ему до 12 ночи ваши генераторы. Генераторы? У нас нет генераторов. А мы сейчас в прямом эфире? Да, почти. Я по телевизору! Привет, Софи! Раз, два, три! Привет, Софи! Стоять! Софиша, сидеть! Лежать! Разведочка! Кружись! Просто стой! Стой! Дай лапу! Дай лапу! Смотри, Катя! Софи, лежать! Эйвен, лежать! Софи, сидеть! Эйвен, сидеть! Эйвен, смотри, Катя, а Софи там встает! Разведочка вместе, давайте. Разведочка. На ручки. Софи, принеси маму. Мам, ну ты не теряй больше, а то я ношу. Принеси маму. Мам, ну зачем ты опять потеряла? Принеси. Мам, ты какая-то растеряшь. Сделай бинь. Сделай бинь. Софи, жми. Нет. Дай в руку. Чего нет-то? Ну, идем рядом с мамой. Софи, сидеть. Сижу. Эйвен, сидеть. Я сижу. Ждать. Ждать, ждать маму. Эйвен, не начинай опять, а то я начну. Идите сюда. Рядом с мамой идем. Ой, там что-то упало. Софи, не ухли уже. Да я. Что вы говорите? Сейчас Эйвен и Софи носятся вокруг, и мы будем играть в игру «Найдите маму». Я спрячусь за машиной. Где мама? Пока никого, пока меня не нашли. Сейчас, пока они заняты, еще раз сыграем в эту игру. Где же мама? Нашла, я нашла, нашла, первая нашла мамочку. Ты же нашла маму. Я нашел, нашел. Идем домой. Домой, 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 домой. Домой, домой. Ну а вечером играем, кушаем, гуляем. И так всегда по кругу. Иногда я, правда, хожу в разные места. Например, недавно я ходила. Начался жуткий ливень. Еще и звезда, и блогов.
Эвана Софи. Анечка моя устряхала. Яркий свет. Девочка с фонариком. Жги, Аня. Эйвана будем бить. Эйван номер ван. Мне уже больно. На самом деле не больно. У меня еще одна татуха. Полоски на галстучке у Эйвана. Сейчас мы все это подотри. Я хочу передать привет Эйвану и Софи. Осики мои. Пока, крапива. Если хочешь увидеть полную версию видео про эту и другие мои тату, что значит и где, ставь лайк. Вот они мои любимые детки, брат с сестричкой, Эйвен и Софи. Спокойной ночи, любите своих собак и будет вам счастье! Тетя такая моя собака, ребенок уже спит давно, и Васик уже спит, а ты что? Классно мы день провели. Ага. Только мама почему-то спать легла так рано. Ого, странная она. Сутками играет, спать ложится рано. А мы на татухах классные. Ага. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Ага.